Николай Местников вместе со своим руководителем Павлом Васильевым разработал проект мобильной электростанции, преобразовывающей солнечное излучение в электроэнергию. Она состоит из солнечных панелей, контроллеров, аккумуляторов и инверторов. По словам разработчика, станция способна питать светодиодную лампу в течение 6 часов, а радио и телевизор в течение 3 и 1 часа соответственно. Здесь был применен собственный запатентованный метод размещения солнечных панелей в виде буквы «С», имитирующей движение солнца. Солнечные панели состоят из этих фотоэлементов, которые напоминают форму прямоугольника. Фотоэлементы называются такие штуки, которые преобразуют энергию излучения от Солнца в электрическую энергию. Таким образом, мы превращаем солнечное излучение в электроэнергию. Подключение производится с помощью контроллера заряда. Здесь у нас два вывода, плюс и минус, фаза 0. Фазу можем сразу определить по цвету данной кабели. И, конечно же, мы применяем еще аккумуляторы. Николай занимается научной деятельностью с 2014 года, а в настоящее время является аспирантом 4 курса Северо-Восточного федерального университета. Его больше всего интересует тема получения энергии на основе возобновляемых источников энергии. За спиной у увлеченного наукой молодого человека уже немало проектов, которые уже получили гранты и были реализованы. 143 научные статьи, в том числе 15 учебных пособий для студентов, 2 монографии. Учебные пособия направлены для того, чтобы облегчить жизнь студентов, чтобы не нагружать их теоретическими знаниями, сложными терминами, понятиями, чтобы их облегчить с применением в том числе цифровых систем, приложений YouTube, будь это Zoom и так далее, и с применением, конечно, QR-кодов, чтобы они сразу навели софтовый телефон, камеру, и чтобы сразу нашли нужный источник, открывая учебные пособия. Впереди у Николая еще много работы. Проект должен быть реализован в течение года на сумму полученного гранта. Тогда мобильная станция обеспечит электричеством охотников, рыбаков и малые геолого-разведочные группы. Наталья Николаева, Павел Пахомов, Якутск.